еще текут там от раз рупам, рупам тастя крача мури кури мачурим кошла. Гураве Гаурачандрае Радикае Тадаре Кришнае Кришнаватае Тарбхактае Намо Ананда Лилахае Викрахае Хемапатти Вьяцчаве Сундарае Тасмай Махапрема Расапрадае Чайтанья Чандрая Намо Намасте. Чайтанья Чандрая Намо Намасте. Чайтанья Чандрая Намо Намасте. First of all, I offer my Sastangdhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadiya Parmaradatam Guru Padavatma Nityalila Pravishta Om Vishnupada Ashtotarasatasvi Rupanuga Acharyavarya Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свою шаштангу Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитялилы Правишты, Ом Вишнупад, Аштотарашата Шри, Рупануга Чари Вари, Шилы Бхактивиданты, Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парамгурудева, Шилы Прабхупады и всех представителей нашей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Sangha Vaishnavas and Vaishnavas. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Thank you.
By the causes myself, Sri Gurant Baranga, we have this most rare, most valuable, precious opportunity to come together and hear the teachings of Sri Krishna. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги у нас появилась эта величайшая возможность собраться все вместе и слушать наставления, трансцендентные наставления Шри Кришны. In Bhagavad Gita, chapter 4, verse 11, Sri Krishna has said, Ye yatamam prapadyante, tangstataiva bhajamya, mamavartmanu vartante, В 4 главе 11 стихе Бхагавад-гиты Шри Кришна сказал следующее. This is very famous. I think most of you know. Наверняка большинство из вас знает эту шлоку. Это очень известный стих из Бхагавад-гиты. What does it mean? В чем смысл этих слов Кришны? See, Krishna is saying, as all living beings, They relate to me as they surrender to me, as they serve me in the same way I reciprocate with them. Кришна объясняет то, что в той мере, в какой живые существа относятся, как они относятся ко мне, как они предаются мне, в той мере, в которой они служат мне, я отвечаю им аналогичным образом, взаимностью. To understand this verse deeply, How Krishna reciprocates, we have to see the context of it. И чтобы понять должным образом, каким образом Кришна отвечает взаимностью всем, нужно понять контекст сказанного. And then we should consider what it, does it mean to us practically in our life. Сначала нужно рассмотреть контекст этих слов, а затем примерить к себе, то есть понять, насколько это актуально для нас. Для нашей повседневной жизни. After that, we'll consider what does it mean to Krishna's associates. То есть сначала мы примерим это на себя, затем мы рассмотрим, как это фигурирует в жизни спутников Кришны, вот этот принцип. And especially, what does it mean to Krishna himself? И в частности, что это значит для самого Шри Кришны? Two verses earlier in Gita. Две шлоки ранее в Гите. Sri Krishna said, Janma karma chame divyam evam yoveti tattvata chaktvatiham puna janma neti mameti surjuna. Meaning is that if one understands the divya, the transcendental nature of my janma, my birth, my karma, my pastimes, then that person When he gives up this body, will not take birth again in this world. But Krishna said, he comes to me. Чуть ранее Кришна сказал, что тот, кто постигнет дивья, то есть трансцендентную природу моей джанмы, моего рождения, также моих деяний, оставив тело, он уже не будет возвращаться в материальный мир, он придет ко мне. By this, Krishna is saying, liberation is very difficult to attain after many, many lifetimes. But let this liberation be easily attained by my devotees. То есть Кришна говорит, что освобождение это что-то очень трудно достижимое, даже занимает множество жизней, но это что-то, что с легкостью доступно для преданных Кришны. Just by hearing about my beautiful pastimes. Кришна делает это освобождение очень легким для своих преданных посредством возможности слушать о его лилах. Krishna is saying, I have many. Appearances in this world. То есть Кришна говорит, что у меня много явлений в этом мире. Such as the form of Lord Narsimhadev. Проявился в облике Нарсимхадева. The form of Lord Ramachandra and others. В облике Рамачандры и других ипостасей. And all of these forms, they have so many different types of lila. И у всех этих ипостасей у них свои удивительные лилы. So I am like a Vaidurya stone. A jewel called Vaidurya. Кришна сравнивает себя сам с камнем Вайдурья. When you look at the Vaidurya stone from different angles, it seems to be different colors. С разных ракурсов этот камень выглядит разного цвета, то есть
So Krishna is one supreme truth. When we see him through the angle of the eyes of Hanuman, then he looks like Lord Ram. If we see him through the eyes of Prahlad Maharaj, he looks like Lord Dashamadev. Кришна — это высшая абсолютная истина, единственная истина, но он выглядит по-разному. Если смотреть на него с ракурса взглядом Ханумана, то он выглядит как Господь Рамачандра. Если взглянуть на Кришну взглядом принца Прохлада, то он выглядит как Нарсимха Бхагаван. Эйвам йовейти таттота. Here it means my birth, my activities, they are tat. Кришна говорит, что мое явление, рождение и мои деяния, они так. Ом так сад. Так means? Так. Брахма. Парабрахма, the absolute truth. Сад. Ом так сад. Так — это парабрахма, высшая истина. So don't think that only Krishna's form, this is the парабрахма, the absolute truth. But how he's born in this world, how he plays his лила, is all non-different from him. One who understands this, evam yoveti tattotaha, they will never take birth again in this world. They will come to Krishna's lotus feet. Поэтому понимаете, что не только форма Кришны, его сварупа является парамбрамой, также его все его деяния, его рождение, все это является парамбрамой. И тот, кто постигнет эту истину, уже не станет возвращаться в материальный мир. So in the next verse, Krishna explains that vita raga maya krodha man maya mam upasritaha bhavo jnana tapasa putam mat bhavam agataha. Means that bhavo jnana tapasa, many persons in the past, by jnana tapasa, the austerity of knowledge, they came to me. Krishna говорит, ранее в прошлом множество личностей посредством аскез джняны пришли ко мне. Putta means they were purified. Они возвысились, очистились. Madbhavam agata means madbhavam. They attained bhav, ecstatic love for me. Madbhavam — обрели трансцендентную любовь ко мне, бхаву. Oh, bhav means existence. They attained my existence. They came to my Goloka Vrindavan. Слово бхава также означает бытие, то есть они оказались рядом со мной в одном месте на Голоке Вриндаване. When they were vita raga vaya krodha, free from raga, attachment to this material world. После того, как они освободились от привязанности ко всему мирскому. Free from bhai, from fear. После того, как они освободились от страха. Bayanduti abhinavesha tasha, the fear that comes from having the idea that something other than Krishna exists. Страх, который возникает из обиневеши, из-за дуального восприятия реальности, из-за уверования в то, что существует что-то или кто-то, кроме Кришны. Vita ragavaya krodha, being free from anger. Они также освободились от гнева. This can have another meaning. It means free from attachment. Также есть иной смысл, то есть свободный от привязанности. Means that he becomes free from attachment to those persons who janma kama cha medivyam evam yoveti tattata don't accept the transcendental eternal nature of my birth and pastimes. Это free from attachment from those persons. Что? Другой смысл, то, что они освободились от привязанности к тем, кто не признают трансцендентную природу, явление Кришны, его деяний. Vita raga bhai, free from fear of those persons as well. Они избавились также от страха этих личностей. Oh, those persons, they don't accept Krishna. What will they say? I'm afraid. What will they do? То есть человек избавился от страха. No fear. Общественного мнения обывателей, тем, кто не верит в Кришну. Теперь не важно, что они думают, что они, как они осуждают его. And also very important, vita raga bhaya krodha. Being free from being angry with those persons who don't accept that Krishna's form and pastimes are transcendental. Very important. И дополнительно, что очень важно, они перестали гневаться на тех людей, которые не верят в Кришну, не признают его божественную природу, его положение, его лилы. Maybe you know someone. Может, вы знаете таких людей? You try to explain to them. Вы пытаетесь там объяснить про Кришну что-то. About Krishna, but they can't.
значится. Рассказывайте им про Кришну, но ну, не понимают ничего. So you feel inside some burning. Fire of anger is there. Начинает закипать у вас внутри от непонятливости. So you have to stay in this world. Вам придется задержаться в этом мире, пока у вас горит там внутри, да. Don't be angry with people who don't understand. Не надо гневаться на тех, кто не понимает. Let it be. Ну пусть будет так. The world is the way it was meant to be. Предоставьте им свободу быть такими, как они есть, потому что в мире все происходит так, как оно должно быть. Why is it now everywhere sinful activities? Почему сейчас повсюду все погрязли в греховной деятельности? Все это напоминает. It's time. Потому что сейчас время. For Kali Yuga. Сейчас время Кали-Юги. And in Kali Yuga, there is the complete collapse of all Vedic Dharma. Это их время, сейчас полный упадок ведической дармы, идет праведности. So, this is the Srishti Lila, the creation pastime of the Lord. Это Лила Господа, это Srishti Lila. Vasudeva Saranthi. When Arjuna saw the universal form, he said, oh Krishna, you are everything. Это Шишти Лила, Лила творение Господа, когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришна, понял, что Кришна, ты повсюду. When you understand this, then you can stop being angry with people who don't understand Krishna. И когда вы это поймете, что Кришна повсюду, то вам станет легче перестать гневаться на людей, которые там не хотят слушать про Кришну, не понимают о том, что он Бог. After that, Pultam Madhava Agata, then love will appear in our heart. А потом уже проявится любовь в сердце. Bhava Gyana Tapasa. What does it mean, Gyana Tapasa? The person's attained love being purified by Gyana Tapasa. The austerity of Gyan. Что значит Gyana Tapasa? Что значит люди обрели любовь, испытав вот эти аскезы Гьяны, совершая? So here, this Gyan means what Krishna said in the previous verse. Janma kama cha medhivyam evamyo veti. Only purified by the austerity of coming to know the transcendental nature of Krishna's birth and activities. Что это за Гьяна? Что это за аскеза? Это просто относится к слову предыдущего стиха Веди, подразумевает понимание, осмысление вот этих философского понимания того, что природа Кришны трансцендентна, его джанма трансцендентна, все его лилы трансцендентны. Why is it called Gyana Tapasa? А почему тогда это обозначается таким суровым словом аскеза гьяны? I think that nowadays, as devotees, we take things a little bit for granted. Сейчас, мне кажется, в современности преданные относятся ко всему как к данности. Как... Because Sri Chaitanya Mahaprabhu has made the process of bhakti very, very easy. Но в нас как-то все мы понимаем как должное сейчас, потому что Махапрабху настолько упростил путь бхакти. But in previous ages, by studying the Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, to extract from that, to understand the Janma Karma Chameidibhyam, was very difficult. То есть Махапрабху настолько облегчил нашу задачу, в предыдущие века приходилось серьезно всем изучать веды, ядюрведу, самоведу, пытаться разобраться во всем там сказанном, чтобы прийти к выводу о том, что Кришна это верховная личность Бога, что его джанма, его лилы трансцендентные. Can you imagine? 10,000 years ago, and you are reading the Upanishads. Отмотайте, допустим, на 10,000 лет тому назад. Ом Пурнамада Пурнамидам. Пурна-пурна-мудачате, пурнасья-пурна-марья-пурна-мива-васишчате. Сидите, читаете Упанишады. The truth is complete. И истина, она целостна. And from that complete come so many completes. Из этой целостности исходят много целостностей. But the complete is not depleted, it's still complete. Но при этом целостность не истощается, остается целостной. And then the complete enters back into the complete. Затем целостность возвращается обратно в целостность. What does that mean? Что это значит? It means in Goloka Vrindavan. Это значит, что на Голоке Вриндаване. It is complete. Все там целостно. The Jamuna River is flowing. Гирадж Говардхан is full of so many caves and kunjas. Там все есть, и река Ямуна там течет, и прекрасный холм Гирадж Говардхан, в котором много тайных пещер. See, Krishna, the son of Nanda Maharaj, is
dancing with Radhika and billions of gopis in Rasalila. Юный принц Нанда Махараджа Шри Кришна танцует со своей возлюбленной Шри Радхой и с миллионами гопи в Расалиле. When Sri Krishna has the association of Radhika, then he feels Om Purnama. Now I am complete. И общаясь с Радхикой, Кришна чувствует целостность. Он говорит, все, теперь я, все удалось. И я целостен теперь. When the gopis think about how the blind girls, the girls in the jungle, they take the foot dust of Krishna mixed with the kumkum and smear it on their faces, then Purna Pulinda Guruda Gaya Padabjaraya. They think, oh, they are complete because they have love for Krishna. И когда гопи, они думают о девочках Пулинде, аборигенках, которые, собрав кумкуму, осыпавшуюся со стоп Кришны, найдя ее в траве, они умастили этой кумкумой свое тело. И гопи думают, вот теперь эти девочки стали пурна, благодаря контакту с этой кумкумой с тела Кришны. So from the complete come so many completes. И из этой пурны столько много целостности проявляется. That means in millions and millions of universes, in every universe there's one planet Earth, and on each planet Earth there's one Vrindavan. То есть в множестве миллионов вселенных, в каждой вселенной есть планета Земля, и на каждой Земле есть Вриндаван. So from that Goloka Vrindavan, the Leela of Krishna is manifested many completes, all completes in all the Vrindavans in the different universes. Из этой пурны Голоки Вриндаваны, Лилы Кришны, Кришна со всеми своими спутниками проявляется во всех Вриндаванах, всех планет Земля, во всех вселенных. That is a Prakat Lila, manifestation of Lila, and at the end of Krishna's pastime, a Prakat, they enter back into the Golok Lila, Golok Vrindavan. Из нити Лил, вечных Лил на Голоке Вриндаване, Кришна проявляет эти Лилы на планетах Земля в разных вселенных, это Прахат Лилы, проявленные Лилы. И потом они завершаются и снова возвращаются в Апракат Лилы. So, this is the real meaning of the Upanishad. Это есть истинный смысл Упанишад. It's very difficult to understand. Но это трудно постичь, просто читая. So, sages and rishis hearing, chanting and remembering Jnana Tapasa. It was very difficult for them to come to the profound conclusion. Поэтому для мудрецов, философов, действительно, гьяна это была тапасия, это были суровые аскезы, им приходилось очень много изучать, чтобы постичь истину. Or it can mean so many people give arguments. Но также это может означать, что люди любят спорить. God is unlimited. Кто-то говорит, Господь безграничен. Then how can he have a form? Кто-то говорит, если он безграничен, у него не может быть формы. How can he be a coward boy with two arms? Если безграничный Господь может быть пастушком с двумя руками? One, two, not more than that. Ну, значит, одна, две руки, все. So it's limited, not even three or four. Даже не три-четыре, а всего лишь две. Это же серьезное ограничение такое. He has a mother Yashoda. Еще у него есть мама. God is the origin of all existence, janma, yasya, yataha. How can a person who has a mother be the source of all existence? Как у него может быть мама, Йошода, если он... Господь — это источник всего бытия. Как кто-то, у кого есть самого мама, его родили, может быть источником всего бытия? So the person who very patiently hearing all of these arguments and rejects them, because they have carefully heard the instructions of their guru. That is called Jnana Tapasa. They went through the austerity or the difficulties involved in coming to the correct conclusion. Поэтому даже способность терпеть все вот эти вредные вопросы, заговористые такие, просто выносливо, потому что благодаря знаниям, полученным от учителя, вайшнав вот испытывает это Jnana Tapasa, то есть это аскезы вот этих аргументов. So all of those persons who have been through that process, now Krishna is speaking, yeyatamam prapadyante, those persons, as they surrender to me, then I reciprocate with them. Вот Кришна объясняет, все вот эти разные личности, которые шли этими путями, вот они в той мере, в которой степени они предаются мне, я отвечаю им взаимностью. Мама вардману вартанте, мануша парта сарвашаха. All of them who surrender to me, sarvasha, those who do my bhajan, all of them, they are very blessed. Sarvasha, те все, кто совершает бхаджан у меня, они очень удачливы, благословенные. How are they blessed? Чем они благословенны? Mama vartmanu vartante. They follow my paths. That means they receive their transcendental knowledge in my satsampradayas.
My bona fide disciplic successions. Просто они движутся мои. That is the mama vartma. Anuvartante. They are following my eternal guru paramparas. Они идут моим путем, то есть они получают свои трансцендентные знания в авторизованной гуру парампаре, в одной из авторизованных сампрадай. The satsampradayas, they have no beginning and no end, they are eternal, like me, Krishna said. Кришна говорит, сатсампрадаи подобны мне, они вечны, у них нет начала и конца. So we are very fortunate to come in the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Поэтому мы очень удачливы, что мы с вами оказались в Брахма Мадва Гаудия Вайшнавской Сампрадае. So such persons who surrender to me, being blessed by this transcendental knowledge in the eternal Sampradaya, then I reciprocate with them according to their bhav, their mood. И Кришна объясняет, это те удачливые души, которые предаются мне, служат мне и получают свои наставления в одной из сатсампрадай. Я отвечаю им взаимностью на их отношение ко мне. So the first thing is this. They surrendered to me because they thought, yes, janma karma chame divyam. Krishna's birth and activities are transcendental. So I will yayatama prapadyate reciprocate with that devotee by making that devotee's birth and activities also transcendental. То есть первое, как его работает. He accepted my birth and activities as transcendental. So yayatama prapadyate, I make his birth and activities also transcendental. То есть как тут работает этот принцип взаимности Кришны, то есть преданный признал джанму и карму Кришны, то есть его рождение и деяния его лилы трансцендентными, и Кришна в ответ говорит, я наделю трансцендентностью рождение и деяния этого преданного. That means if you serve Sri Krishna, you will not take birth in Moscow. То есть если вы будете служить Шри Кришне, вам не надо будет рождаться ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. But when Sri Krishna takes birth in the Vrindavan, in any universe, when he appears, you will also appear along with him and engage in transcendental pastimes. Not only once, but every time, in every universe he appears, everywhere at the same time, you will appear with him again and again and be in his pastimes forever, at all moments, in all the universes. So Krishna is keeping his devotee always very close and very close to his heart. Just Krishna. This is the meaning. Janma karma chame divyam. Yaya tama prapadyate. Put the two verses together. Context. Не надо будет рождаться. Тут уже вы сможете стать соотечественником Шри Кришны, когда Кришна являет свой прокат лилы на Галоке, во Вриндаване, в какой-то из планет Земля, в какой-то из вселенных. Вы сможете родиться там, во Вриндаване, участвовать в лилах Кришны. Не один раз. Каждый раз, в каждой вселенной, где Кришна являет свои лилы, вы будете рождаться там. И будете трансцендентны. Krishna is saying, I'm Isura. Потому что Кришна настолько любит своих преданных, он хочет, чтобы они были рядом с ним. I'm the supreme controller, though you are a tiny jiva. Кришна думает. But I can, by my yoga maya, make this possible, that you will be with me in all the universes forever and in this Goloka Vrindavan. То есть, что к преданному, который заинтересован в Кришне, Кришна начинает проявлять заинтересованность в нем. Понимаешь, что я Верховный Господь, ты крошечная джива, но все же я предоставлю тебе эту удивительную возможность быть со мной во всех моих лилах, по всем бесчисленным вселенным. You can see also, the converse is also true. И обратное тоже истина. What about impersonalist, a Mayavadi, who says that Krishna, his birth and activities are material? Что касается Mayavadi, вот который impersonalist, говорит, что Кришна, его лилы, они материальны. So Krishna also reciprocates. Your birth and activities will also be material. Что Кришна говорит, хорошо, если я материальный, вы тоже будете материальными. And then that person is born again and again and again in this. Through endless lifetimes of suffering in the material world. И такому персоналисту приходится рождаться, перерождаться заново и заново и страдать в материальном мире. Reciprocation. Все тут на взаимности завязано. Your birth activities are material. Okay, your birth activities are material. Так, у меня уже материально, у тебя будет материально.
Krishna does not decide. Он не решает сам. Responsibility is with us. Ответственность на нас, выбор за нами всегда. So that brings us to what does this verse really mean in our life? И теперь мы рассмотрим как-то прикладной аспект этого стиха, вот этого принципа взаимности, как это актуально для нас, для нашей жизни. See, Krishna has announced already. I am ready. I am ready to receive you. Now, what will you do? Кришна свою позицию уже выразил давным-давно. То есть там все четко и ясно. Теперь выбор за вами. А вы что будете делать? Everyone's looking around. Who me? Вы думаете, это обо мне? Why me? Why not him? А что вы на меня смотрите? Что вы его не спросите, что он будет выбирать? No, you. Нет, именно. And you. Ты, and me also. Я. All of us. Все мы должны выбрать. We have. Responsibility. То есть на нас лежит ответственность выбора. Once. Однажды. In 1959. В 1959 году. There was one devotee, and he was going through so many problems in his life. В это время жил один преданный, который постоянно страдал. У него была какая-то сложность за сложностью в жизни. In relationships with others, quarreling, difficulties. У него был какой-то сложный характер, ему не складывались отношения с другими. His mind was becoming very disturbed. Конфликтовал со всеми подряд, все время какие-то депрессивные состояния были у него. And because of this disturbance of mind, he was also becoming lax in devotional practice. Как-то плохо себя всем чувствовал, и его практика тоже расслабилась из вот этих ментальных состояний его нехороших. So he was very worried, and he wrote to my Gurudev. И он очень стал переживать за свое духовное здоровье. Он написал моему Гурудеву. Expressing how his practice was very difficult and he was facing many problems. Ну, поделяясь в письме о том, как ему тяжело, что с практика у него съехало, все там поехало и плохо себя чувствует все время. So Srila Gurudev wrote back to him. Гурудев ответил ему. He said. И в письме Гурудев сказал. Service to Hari. Guru and Vaishnavas is very difficult. Служение Хари, Гуру и Вайшнаву это сложный процесс. It is not easy. Это не является какой-то легкой задачей. From time to time, very big, seems like very big obstacles will come in our life. Периодически могут возникать серьезные препятствия в жизни. But why do these obstacles come? Но почему эти препятствия возникают? Raise your hand if you have some obstacles in your life. Поднимите руки, если у вас есть препятствия в жизни, трудности. Yes. Yes. Why do these obstacles come? Почему эти препятствия возникают, сложности в жизни? Because this is our examination. Потому что это наш экзамен, тест. You all think, oh, I finished college, no more examination. Вам кажется, что вы уже колледж давно закончили, там университет, и что больше никаких экзаменов вам не надо сдавать в жизни. No, we are all in Chaitanya Mahaprabhu's college. Но это не так. Мы все учимся активно в университете, в Академии Чайтанья, в университете Чайтанья Махапрабху. What day is the examination? И когда будут экзамены? Do you know? Every day. Каждый день экзамены. Every hour, every second. Каждый час, каждую секунду там по экзамену дают. And so obstacles come. That is our test. То есть вот эти препятствия, эти сложности, это и есть наши экзамены. And Gurudev explained that if obstacles did not come in our life, then what would be for us the barometer to measure our progress and our service attitude? И Гурудев далее продолжал объяснять, говорит, если бы не возникали проблемы, каким бы образом ты мог замерять свой духовный прогресс и свое отношение к бхакти, к служению, свой дух служения, как бы ты смог проверить? If in the beginning of your spiritual life, or you have to go through some time when you don't have much association. Если на начальных этапах ранней духовной жизни у вас есть периоды такого одиночества духовного, вам нет возможности общаться с преданными. Maybe you have some problems with money also. Может, денег не хватает там регулярно. So then you stop devotional service for some time, just trying to solve the situation. То вы подумаете, сейчас надо это бхакти приостановить, заняться свою выровнять материальную жизнь, денежек заработать там все. Maybe watch a little bit of TV. Ну, телевизор надо будет посмотреть, чтобы. What's like, whatever you say, TV.
Gurudev TV, TB. It's a disease like tuberculosis. Как туберкулезом, ТБ. So, then, but if after practicing 10 years or 20 years or 30 years, and a problem comes, and one's mind becomes disturbed and becomes slack in his practice, then we ask the question, have I made any progress or not? Это если для новичка, но если прошло 10, 20, 30 лет, возникли трудности, и у вас такое же состояние, надо разобраться с этим, там, посмотреть телевизор, и как тошно мне, то тогда надо задуматься, а сколько прогресса вы, насколько вы выросли за эти годы духовно, насколько вы окрепли? So after some time of practice, if we are practicing nicely, attentively, carefully, and not making any offense to anyone, then surely when problems come, we say, ha ha ha. То есть на самом деле, если мы, наша духовная практика, она регулярна и стабильна, если мы бережно избегаем совершения каких-то оскорблений, кому бы то ни было, то у нас будет, мы будем духовно крепнуть, и когда возникнут проблемы, просто посмеемся над ними, скажем, ну, My Gurudev used to say, I spread my arms like this. Oh, problems, welcome. Gurudev говорит, я с распростертыми объятиями приветствую проблемы. Давайте, идите ко мне. Shrimati Radharani herself said, problems, obstacles, they're like a prey, and love is like a lion. It eats them and becomes stronger. Радика сама, она сравнивает все проблемы с добычей, а любовь она сравнивает со львом. Она говорит, любые препятствия и трудности – это добыча для льва. Любовь это все разорвет. So, how станет сильнее, крепнет, съест эту добычу. How we remain steady and serving with a peaceful mind when faced with difficulties? This is the measure of our progress and our savourity. The growth of our mood of service, savourity. То есть наша реакция это как духовный барометр того, вот наша реакция на трудности это духовный барометр того, насколько мы духовно окрепли, как мы реагируем на вот возникающие какие-то всякие ситуации. Otherwise we can go into a state of lamentation. Oh no, alas, alas. Иначе просто можно постоянно там бить себя ладонью по голове, сокрушаться, ужас какой, ужас, кошмар опять. And then one will, that is tamasic. Lamenting is tamagun, then when you go in tamas, then all the other things associated with tamagun will also come in your life. Но кто сокрушается? Шудра, это тамасично сокрушаться, то есть как только начинается это депрессивное сокрушение, все, значит мы пошли в тамагуну, а все остальное сопутствующее сокрушению тоже проявится тут же рядом в этом состоянии. So we're discussing what does this verse yaya tamam prapadyante mean for us practically. То есть речь идет о том, вот, о том, что Кришна говорит, что он отвечает взаимностью каждому. Как это применимо к нам самим? Насколько это актуально? An obstacle, a difficulty in our life is not a problem, it's a chance for us to surrender more, and the more we surrender, the more we take the steps towards Krishna, then Krishna takes thousands of steps towards us. То есть каждая, so it's a chance to attract Krishna's attention. Каждая проблема, которая возникает в нашей духовной жизни, это наш шанс заинтересовать себе Кришну, то есть доказать ему свою преданность, свою решимость, самоотверженность и храбрость, то есть понимая, что каждый шаг мы делаем по направлению к Кришне, он идет там 100 шагов к нам. То есть вот эти тесты и возможности наши now, приблизиться к нему. Go a bit further. Если мы углубимся в эту тему, what does this verse mean for the devotees who are actually fully surrendered? Что этот стих означает для преданных, которые уже полностью шаранага, полностью совершили самопредание? Because they are fully surrendered, their whole consciousness is saturated with thoughts of Krishna. Так как они полностью преданы Кришне, они пропитаны, их само сознание пропитано только мыслями о Кришне, ни о чем другом. Brahmaji said, Twam Bhakti Yoga Paribhavita Rit Saroja Asesu Teksta Patona Nunata Pungsa Yadyadhyata Durgaya Vibhavayanti Tantadvapu Pranayase Sad Anugrahaya. Господь Брахма сказал. Very, very beautiful verse. He said that he's praying to Krishna. В своих молитвах Кришне Брахмаджи говорит. О, my Lord. О, Господь. Your devotees, sudakshitapa, pata, they listen, they hear about you.
Твои преданные слушают о тебе, они хотят слышать о тебе. And they hear about the path of bhakti. Они слушают о пути бхакти. And by following this bhakti mark, this path of bhakti. И следуя этой практике бхакти, идя бхакти йога парибхавита ритсароджа, the lotus of their heart becomes saturated with the mood of devotion. И в процессе практики бхакти их лотос их сердце напитывается преданностью. And ase sutakshita pata, ase means Krishna comes and He sits down in their heart. И Кришна приходит и садится в лотос на лотос сердца преданного. So this is the path of Shruta Ikshita. Ikshita means seeing Shruta through the ears. Это путь Shruta Ikshita, то есть процесс видения ушами. Ikshita видеть, Shruta через слушание. Yadyadi ayad urgaya vibhavayanti. You vibhav, that means you inspire them. Ты совершаешь вибхав, ты вдохновляешь их. You stimulate their love. Ты стимулируешь их любовь. How? Каким образом? Yad-yad-diyata-durgaya-vibhavayanti. In whichever way they meditate on you, tad-tad-vapu-pranayase-sananugrahaya, you appear to them in their hearts in that very form in which they always remember you. Ты тот облик, на который они медитируют, тот твой облик, тот облик, которым они тебя представляют в своей медитации, в том же облике ты именно и являешь себя им. It's quite amazing. Но это потрясающе. That means just like today, did you go out on на Харинам Санкиртан? Мы ходили на Харинам Санкиртан сегодня. So, tomorrow? А завтра? Oh, be in contact with our brahmacharis. And if you have a chance tomorrow, it's a day off tomorrow for everyone. Завтра у вас go for the свободное время, полдня, поэтому будьте на контакте с Гопинатхом, Раджанатхом Прабу и Бхимадри Прабу. Завтра будет Харинам Санкиртан. Because Санкиртан is the ягья for this age. Yagya Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumayasa, those who are intelligent, they will worship Chaitanya Mahaprabhu through the Sankirtan Yagya. Потому что Харинам Санкиртан это ягья, предназначенная для нашего века Кали-Юги. То есть разумные люди будут поклоняться Чайтанья Махапрабху Харинама Санкиртана. You may not think it's a yagya. Вам может это не видится как ягья. Because you think if there's a yagya kund and a Brahmin is there with a He's a spoon and going swa, swa, giving the fire, then this is a yagya. Where sits the yagya kunda, заливает там ги в огонь, и говорит swaha, swaha, и вы думаете, вот это ягья. But singing and dancing in the streets, how can this be a yagya? Думаете, как пение, танцы на улицах может быть ягьей? People just think, oh, what are who are these fans? They've come for the European Cup. Завтра просто выглядите как болельщики. Люди подумают, что из какой страны эти приехали с болельщики на кубок футбола. So, no, but this chanting in the streets, this is also a yagya. На самом деле, Харинама Санкиртана это настоящая ягья. Your ear is the yagya kund. Ваши уши это ягья кунда. And your tongue is the yagya spoon. А язык это шрук, это ложка, которая делает подношение ги в огонь. And this maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the ghee. А мантра это ги. So you get the ghee with the spoon and you put it in the ear, in the yagya. Ложкой топленое масло вы в ухо закладываете. The seven flames are there in the Sankirtan fire. И в Санкиртана огне там семь язычков пламени. Чейто да панамаджанам бава махада варнинева панам сойакаре ваджанда кавитанам дитивату диванандам буриваданам патипадам патаматасварам сарватрастапарам. Seven flames. Семь язычков этого пламени. So, in the Vedic times, when the Brahmins used to do a sacrifice, then whichever
deity or deity they were worshiping, that form would appear from the fire. Раньше в времена ведической традиции, то есть в расцвет ведической традиции, когда брахманы проводили ягью, то та ипостась Господа, которой они поклонялись, появлялся в огне. So if you chant japa every day, если вы каждый день повторяете Харе Кришна, and go out chanting the holy names loudly, и выходите громко поете на улице Харе Кришна, you are doing jagya, то вы совершаете ягью. And the deity of this jagya will appear in your heart. И штатеф этой яги, божество этой яги проявится в ваших сердцах. Yes. Да. Don't have any doubt. Не сомневайтесь даже в этом. I can hear the heart somewhere. Слышу там шепотом, сомневаетесь. Just as I am standing here in front of you now, and you are seeing me. Вот видите, я перед вами, вы меня видите. By doing this sankirtan yoga, Krishna will appear. Пойдете на харинам санкиртану, Кришна проявится. Completely. Полностью. So have nishtha. Верьте в это. Faith and loyalty in the service of Gurudev, and you will realize this truth. То есть в вашем сердце всегда присутствует нишка и верность, то есть вера и полная преданность Гурудеву и служение его миссии. Вот это произойдет с вами, вы получите этот даршан. So here Brahmaji is saying, yad yad diyata nurgaya vibhavyanti tattva pupranayase sadanugrahaya. In whichever way we meditate on you, Krishna, you appear in that very form. И в молитвах Брама восхищается Кришна. Говорит, Кришна, в какой бы ипостаси мы на тебя не медитировали, в какой бы форме ты являешь себя именно в таком облике. So, this is the explanation. Jayatamam Prabhatate. Вот это есть объяснение. If you worship in one mood, Krishna appears corresponding exactly to that mood. То есть Брама и объясняет вот этот принцип, который заявил Кришна, что я отвечаю взаимностью. Если вы в определенном настроении поклоняетесь Кришне, он отвечает вам взаимностью. So, if you always remember Krishna, если мы всегда будем памятовать о Кришне, Ишвараха, Парамаха, Кришнаха, Сачидананда, Бихраха, Анади, Ради, Говинда, Саравакарнакарнам, then Krishna will appear to you. То есть, если так будете медитировать, Кришна явит себя вам. And he can teach Bhagavad Gita. И расскажет вам Бхагавад Гиту. He can say, Aham Sarvasya Prabhu, Matak Sarvam Prabhu, I am the source of all material and spiritual world. Объяснит вам, что я есть источник всех материальных и духовных миров. Is that what you want? Вы этого хотите? So we now consider what it means. Yayatamam Prabhadyante. Теперь опять возвращаемся. For those who are really surrendered to Krishna and hearing and chanting. Опять возвращаемся. Пытаемся глубоко осмыслить принцип взаимности для тех, кто уже предан Кришне, кто воспевает, слушает о нем регулярно. It means. Это значит. One will have to hear and chant, falling in the mood of the residents of Vrindavan. Что настроение нашей практики Шраваны, Киртан, то как мы, что мы слушаем, как мы слушаем, как мы воспеваем, должно соответствовать настроению Враджаваси, спутников Кришны из Вриндавана. That is Рагануга Бхакти. Это практика Рагануга Бхакти. The residents of Vrindavan, they never think that Krishna is Bhagavan. Жители Вриндавана никогда не думают, что Кришна это Бог. Once after Krishna lifted Govardhan Hill, some bridge bhaksis came to Nanda Maharaj. They said, "Your son is not normal." Однажды пастухи, после того как произошел этот инцидент с поднятием холма Говардхана Кришной, старшие пастухи пришли к Нанда Бабе и сказали, "Знаете, с вашим ребенком что-то не так." How can a seven-year-old boy lift a mountain for 7 days on his small finger of the left hand? Как семилетний мальчик может поднять холм огромный, держать 7 дней ночей на мизинце левой руки? Not only that. Это ненормально. Everyone loves their own children more than other people's children. But actually, we all love your son more than our own children. На этом его странность не заканчивается, потому что все всегда любят своих кровных детей. Каждый оказывает предпочтение своей кровушке. Но мы обожаем твоего сына гораздо больше, чем мы любим своих детей. How is it possible? Как это возможно вообще? We were thinking, maybe he could be the Paramatma. Мы уже между собой это обсуждали сами. Мы пришли к выводу, подумали, может быть. But then we thought, Paramatma is completely tatastha bhav, neutral. Мы думали, гадали, думали, может быть, твой сын Параматма, но
с другой стороны, Параматма совершенно беспристрастен, он настолько нейтрален. But if your son sees us and we don't call him and take him in our lap, then he becomes sad. He's not neutral at all. He's very attached to us. Твой ребенок, если мы мимо пройдем и проигнорируем его и не подзовем к себе, он тут же так расстроится. То есть, если его стоит подозвать, он прибежит радостно, сядет к нам на колени. Значит, он совершенно не похож на Параматму. So we are confused. Мы уже вообще потерялись. Oh, Nanda Maharaj, tell us, what is your opinion? В своих догадках, поэтому, Нанда Махарадж, мы хотим тебя спросить, что ты думаешь по этому поводу? Nanda Maharaj said, oh. Нанда Махарадж рассмеялся. You know that Paramatma is Atmaram, self-satisfied. Он расхохотался, говорит, вы знаете, что Параматма Атмарам, он полностью самодостаточен. My son will never be satisfied in 1,000 lifetimes. А мой ребенок никогда до этой Атмарамы-то не дорастет, за 1,000 жизней даже. He goes house to house stealing butter. Вечно ходит по домам чужим, ворует масло. Sometimes in the middle of the night, when there's a big thunderstorm, иногда, then he's afraid and he comes into my bedroom. Oh, papa, papa, I'm scared. При этом он пугливый. По ночам, если там начинается шторм и гром и молния, то он тут же прибегает в мою спальню и говорит, папа, мне страшно, пусти к себе. Is that the sign of Paramatma? Это похоже на Параматму, разве? If I am chewing tambul and I don't give some to him, he starts to cry. А если я буду делиться своей тамбулой с ним, то он начинает рыдать тут же. Is this the sign of Paramatma? Это похоже на Параматму. Okay, just understand. Просто поймите следующее. That every day, Nanda Maharaj said, I do puja to my Shalagram Srila Vodnarayan. Нанда Махарадж говорит, да вы поймите, что каждый день я усердно поклоняюсь Господу Нараяне, провожу пуджу Шалаграм Шили. So because of this, sometimes when there's a danger in Braja, then my Lord Narayan enters into my son, and he lifted Govardhan Hill and protected us on different occasions. И посему Господь покровительствует нам. Он иногда в ситуациях, в каких-то опасностях, крайностях, он проявляется в моем сыне. Он вошел в моего сына и позволил ему поднять холм Говардан, защитить нас всех от опасности. When the crisis is over, he goes back into my Shalagram Shila. Но когда кризис проходит, все, Господь возвращается обратно в Шалаграм Шилу. But my son, he's just my son. He doesn't know what he's doing. А Кришна это просто мой ребенок. Он понятия не имеет о том, что он делает. This is the mindset of Vrajavasi. Вот это менталитет Враджаваси. So if you hear and chant and remember, always thinking of Krishna, following the prayers of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, then what will happen? Поэтому если вы будете слушать о Кришне, медитировать на Кришну, думать о нем с ракурса учений Рупы Госвами, Рагунатха Даса Госвами, то что произойдет? Then Tadvapu Pranayasei Sadhanu Grahaya. Remembering in this way, then Krishna will manifest in your heart. То есть, если вы памятуете о Кришне таким образом, то Кришна проявит себя в вашем сердце. He will not say, Aham Sarvashtra Pavavo, I am the source of all material worlds. И он не станет представляться источником всех миров. He will look kind of lost. Он будет выглядеть немножко потерянным. And at a loss, what to do? Потерянным в кундиши, что ему делать? With tears in his eyes. Будет выглядеть нерешительным, со слезами на глазах. Я кришу бабуша калука кавани. And beg, please, can you speak to your Сакхи Радхика? И взмолится вам, скажет, можешь поговорить со своей госпожой. Persuade her to meet with me. Ты можешь поговорить со своей госпожой Радикой и убедить ее согласиться на встречу со мной. This is the meaning. Вот это и есть смысл. Как ты предаешься, так и я. Tad vapu pranayasei sadhanu grahaya means Krishna manifests his vapu, his form. Также, значит, Кришна проявляет вапу, свою форму. Or it can mean that pranayasei Krishna gives to you your form. Пранайся. Или значит, что Кришна дает вам вашу вапу, ваше духовное тело. Садануграха, out of his causes mercy, he bestows upon that devotee a very beautiful form of a Brajvasi to serve him in accordance with the mood with which they are hearing chanting and remembering. По своей бесконечной милости он наделяет трансцендентной формой своего преданного, потом в этом трансцендентном теле преданный может служить Кришне. So this is Krishna's nature. Вот это природа Кришны. Майи нирбад ритая садава самадаршина курдвасей курванти мам бхактя
Satstriya Satpatimyata. See, Krishna said, if a person is just, they have given their life to serving me, then they have, they bind me with their devotion. Кришна сам объясняет о своем отношении к преданным. Если кто-то полностью предан мне, посвятил свою жизнь служению мне, то этот человек просто связывает меня своей любовью. Сатприяса патимьята, exactly like a very chaste wife. Полностью аналогичным образом, таким как праведная жена. Nowadays, the ladies, they try to control the husband by shouting more loudly than the husband. Сейчас современные женщины пытаются контролировать мужа, просто перекрикивая его, крича громче, чем он может. Таким образом они пытаются добиться вот этого. But this is not привязанности от мужа. This is not Vedic culture. Но это не является ведической культурой. In Vedic culture, the wife is called Satstri. It's very, very calm and quiet. В ведической концепции жена должна быть такой скромной, уметь держать язык за зубами и вести себя очень спокойно. Very peaceful and meditating on every, whatever desire my husband has, whatever he needs, let me try to fulfill that in all ways. Сатстри, ведическая женщина, она полностью поглощена мыслями о том, как угодить мужу в любое время дня и суток. Вот она живет тем, чтобы сделать что угодно, чтобы муж был доволен. So she's preparing the food. Она занята всем, она готовит еду. When he's taking prasad, she's fanning. Он кушает, она махивает его веером, пока он кушает. Afterwards, he lies down to take rest, and she massages his feet. Потом после покушав, он ложится отдохнуть. Она начинает массировать ему стопы. Like this. Oh, after serving like this for some time. И таким образом она служит ему изо дня в день, then, из года в год. Mayi nirbad ridaya, she enters into his heart completely. А ее уже в его сердце проникает. Now he cannot forget 24 hours a day. Теперь уже ее не забудешь. 24 часа в сутки он помнит жену свою. If anyone will say, oh, we're going to this place, you want to come? Wait, let me just check with my wife. Если дружки скажут, поедешь с нами там на выходные там куда-то, он скажет, нет, подожди, надо жену спросить сначала. He won't do anything. Не будет, да, сейчас поеду с вами. Нет, ничего не сделает. Without no permission or anything, which might not make her completely happy. То есть всегда будет сверяться с ней, чтобы это было одобрено ей, и она довольна, тогда поедет. So see, Krishna is saying, I am like that also. Вот Кришна признается, как я так себя чувствую по отношению к своим преданным. If there's a devotee in this world, если в мире живет преданный, chanting my name every day, каждый день мне поклоняется, повторяет мои имена, serving my very dear devotee, their guru Dev, every day, ухаживает за моим приближенным, дорогим преданным, то есть за своим гуру, служит моему чистому преданному в этом мире. Krishna said that it's my nature, I cannot help it. But I think of that devotee all the time, and I become under their control. Aham bhakta pradino yashvatatra ivadija. И Кришна говорит, я становлюсь беспомощен. Я тоже как влюбляюсь в этого преданного и думаю о нем днем и ночью. So, думаю, как ему угодить? This path of bhakti, it seems very, very simple. Вот эта практика бхакти кажется чем-то очень простым. But it is so powerful that even Parameshwara, Supreme Lord, comes under the control of one tiny insignificant jiva by the power of bhakti. А процесс настолько могуществен, что сам Верховный Господь попадает полностью под контроль крошечной дживы. So, we have discussed what it means for the devotee who is trying to surrender and overcome obstacles. То есть мы уже обсудили вот этот стих из Бхагавад-гиты в контексте жизни преданного, который еще борется с анатхами, он пытается предаться. And what it means for the devotee who is surrendered and serving all the time. Мы уже услышали, что это значит в контексте жизни шаранагата преданного, который постоянно служит Кришне. Krishna said, I reciprocate. What does it mean for him? Кришна говорит, я отвечаю взаимностью. Что это значит для самого Кришны? Муктим дадати кайчит смана бхакти йога. Krishna said, if someone worships me, for liberation, I very easily give liberation. But bhakti,
I don't easily give. И Кришна сам объясняет, что если кто-то просит у меня мукти, я с легкостью дам. Но бхакти это что-то, что я придержу. They'll have to go through some tests first. Я неохотно даю бхакти, потому что вначале человек должен доказать себя. Because Krishna knows, once I give bhakti, then I become the captive of that person. То есть Кришна знает, что дав кому-то бхакти, он отдает себя с этим бхакти, то есть он становится уже пленником. Now I belong to them forever. И собственностью этого человека, у которого есть бхакти в сердце. Now, even though Krishna has made this promise, yayatamam prapadyante, I reciprocate with everyone. То есть Кришна становится собственностью. И Кришна говорит, что я всегда отвечаю взаимностью каждому. Say pratigya bhanna hoila gopira bhajane taite pramana krishna semoka bhajane. Krishna himself has admitted that the gopis of Vrindavan, they made my promise become broken. Сам Кришна признался, что он не смог сдержать вот это обещание по отношению к Брадже Гопи. Они вынудили его нарушить это слово. Say pratigya bhanna hoila. My pratigya, my promise, bam, broken. То есть пратигья, Кришна говорит, мое обещание было нарушено. And Krishna himself has admitted it. И он признался в этом сам. На парьям нирабадья самьюджам свасаду критьям пугудаю шапива я мабаджан дурче кея санкала сабриша тадва пратияту садана. In the Rasalila, after Krishna disappeared, then when he came back, he said to the Braja Gopis, actually, I cannot reciprocate with you, I cannot repay you for your loving service. Во время танца Расалилы Кришна скрылся от Браджа Гопи, и через некоторое время, когда он снова вернулся к ним, присоединился к Гопи, он извинился, он признался в том, что я не способен ответить вам на вашу любовь. Свасаду критьям. Свасаду критьям. That means your generous activities, your loving service in the singular. That means I cannot even repay one of the unlimited services that you render to me. Свасаду критьям, романтическое построение. Кришна говорит, в единственном числе, даже за один акт вашего служения я не способен вам платить. Вибудаю шапива. Even if I serve you for the lifetime of Lord Brahma. Даже если я буду взамен пытаться служить вам в течение жизни Господа Брахмы. You see? Oh, millions of Brahmas are born and die. Миллионы Брахм рождаются и умирают. In one breath of Mahavishnu. Один вдох Махавишну. But this Krishna of Vrindavan, he's thinking, I'm a coward boy. Но Кришна считает себя... Brahma lives for 311 trillion years. It's very long. Для Кришны Абхиман Росушка. He's only eight. Кришна считает себя 8 лет, он считает себя обычным пастушком, он думает, Брахма живет 311 триллионов лет, и поэтому для него это поэтично сказать, я жил жизнь Господа Брахмы, я не смогу заплатить. So, he said, yeah, that's a very long time. If I served you for all that time, I still could not repay. То есть для пастушка жизнь Брахмы – это невероятная фантасмагория, поэтому говорит, даже если всю жизнь Брахмы я вам служил, я бы не смог. So the payment for love is the love itself, because there's no greater joy than to be the shelter of such love. Поэтому Кришна говорит, пусть наградой за вашу любовь и станет ваша сама любовь. Что может быть прекрасней быть носителем такой любви? So now question arises. Возникает вопрос. Very fascinating question. Интересный вопрос. How far can Sri Krishna reciprocate with the gopis before his promise is broken? То есть насколько Кришна может отвечать им взаимностью, где вот эта точка, где проявляется его неспособность продолжать отвечать взаимностью гопи на их любовь? That means love develops, praying, then it becomes sneha, man, pranay, rag, bhav, mahabhav. At which point does Krishna fail? То есть на шкале градации развития премы, да, према, снеха, ман, пранай, рага-нурага, где вот эта точка, где предел, лимит для Кришны, дальше которого он не может подняться? So, no one ever
tried to express it before. И нигде нет объяснения этой идеи, на самом деле. Никто никогда не пытался вот разобраться в таком вопросе. So, our Srila Rupa Goswami Maharaj, he explained that Krishna has up to modana. Rupa Goswami подобъясняет, что любовь к Кришне достигает модана. So, gopis of Rudra Bhav, that is the first level of Mahabhav, then Adhirudha, generally only in Radhika's group, Adhirudha. And the first stage is modana. Krishna has up to him. То есть обычно у гопи есть Рудха Бхав, а затем Ади Рудха, но это главным образом среди группы Радики. И первая составляющая Ади Рудха Бхавы – это модана. Вот как раз вот, Рупа Госвами объясняет, что это уровень Кришны, которого любовь. After that there is Mohana. Потом идет уже Mohan. Mohan only comes in separation. И вот это состояние любви возникает только во время разлуки. And it is said, it is in Radhika. И говорится, что главным образом это. Prayo Vrindavaneshwaryam Mohano Yamu Dachati is generally appears in Radhika. И объясняет, что главным образом Mohan проявляется в Радике. So then people think, oh, it's only in Radhika. И потом из-за этого начинают думать, что только исключительно в Радике. But Krishna said the gopis broke my promise, not Radhika. If this were not possible for other gopis to come into the stage after Modan, into Mohan, then only Radhika would break his promise. Understand? But Krishna knows the gopis have broken my promise. Так как Кришна говорит, что гопи заставили меня нарушить мое обещание, он использует гопи в множественном числе. Если только Радика достигала, то есть у Кришны Модана, потом Мохан только был доступен Радике, он послал, что Радика вынуждена меня нарушить. Prayo Vrindavaneshwaryam Mohano Yamudanchati. This Mohan Bhav is in Radhika Prayaha. Praya means mostly. То есть вот этот Mohan главным образом проявляется в Радике. So the implication is that there is sometimes, on certain occasions, and to a small degree, Mohan mood, this mood of love, comes in Lalita, Vishakha, even Shyamala. А главным образом означает, что периодически при особенных обстоятельствах, не в полной, но в какой-то степени, Mohan может проявиться в Лалите, Вишаке, других Астасаке и даже в Шьямале. So the Mohan mood comes in Radharani. Oh, in abundance. То есть это состояние главным образом присуще Радике и в интенсивных проявлениях. But in her own Sakis, Lalita, Vishakha and so on, it comes sometimes. Мне интенсивно Mohan kinchit, little. Проявляется, а в Лалите, Вишакхе, в ее приближенных подругах кинчит в малой степени и иногда. And also it can come somewhat in Шьямале. И даже в Шьямале может проявиться Mohan. Now this is very mysterious because Шьямала is not even in Radhika's group. Вот это странно, потому что Шьямала не принадлежит к Свапакше, она не принадлежит к группировке Шримати Радики. And it has been said that Adi Rudra Bhav is only in Radhika's group. So how can Mohan come in Шьямала? И даже Адди Рудха Бхава считается присуще только в группировке Радики. Studying many years, I'm telling you. Дополнительный нюанс для тех, кто много лет изучает расу. То есть вот это интересный элемент. Она даже не в группе Радики. Как у нее может быть Mohan, если считается, что Ади Рудха Бхава только проявляется в группе Радики? The meaning is that the Ади Рудха Бхава is only naturally in Radhika's group. Это означает, что естественным образом Ади Рудха присуща только группе Радики. But Шьямала, and the reason is because when there is Madhusneha, love which is like honey, then it can go up to Adi Rudra Bhava. So Chandravali cannot go up to that stage because she has Ghritasneha, love like ghee. Это состояние естественно для группы Радики, потому что из-за их любви Мадхуснейхи, что любовь подобная меду, на горячая любовь. И вот эта любовь может дорастать легко до этих уровней Адди Рудра Бхавы. А у Чандравали у нее Гритаснеха, то есть это совершенно другого рода любовь. So, the Madhusneha of Radhika, which has a strong feeling, Krishna, you are mine. Чувство обладания, вот Радика чувствует, что Кришна, ты мой. Whereas Chandravali thinks, Krishna, I am yours. А Чандравали думает, Кришна, я твоя.
So that mood, I am yours, it will not develop to Adirudabhav, but you are mine, Madhusneha will go up to Adirudabhav. Вот это ты мой, это очень сильное чувство, вот эта любовь Мадхуснеха, она дорастает до высоких уровней, а вот это более формально я твоя, это любовь, неприсущая интенсивность, которая может ее донести до Адируды. Shyamala Sakhi is the leader of another group. Shyamala Sakhi возглавляет другую группу. But she is very, very close to Radhika, she visits every morning to hear the latest gossip of the pastimes of Krishna. Она возглавляет Сурит Пакшу, то есть дружелюбную группировку, но она близко дружит с Радикой. Каждое утро она приходит там свежие сплетни послушать от нее, что там ночью произошло. So she has Madhu Sneha, but with a little Gritta Sneha. So she's in a separate group. То есть у нее такая Madhu Sneha с примесью Gritta Snehi, поэтому она в другой группировке, она не в группировке Радики. And when her praying becomes up to the stage of Rag, it's called Kusumba Rag. И когда ее любовь дорастает до Раги, ее Рага называется Kusumba. Kusumba is a type of dye. Это вид краски. If you want to dye something red, you can use Kusumba Rag. Что-то красное хотите покрасить, используйте кусумбу. And this dye will make the cloth bright red, but it will fade. И там яркая краска, она так ядрёно выкрасит в красный, но быстро выцветит. But Radharani's rag is called Manjista rag. А рага Радики называется Манджиста. This is also another kind of dye. Тоже краситель. We'll do it. Maybe one festival I'll bring all the dyes and we'll use them and test them. Красители на один из фестивалей и сделаем тест, эксперимент. So, Manjista rag. Manjista. If you give this dye to cloth, it becomes very, very bright and it will never fade. Очень сильная краска, ярко-красный цвет, но никогда не выцветает. Уже раз покрашенная, таким останется навсегда. So, if Shyamala will associate with Radharani, поэтому если Шьямала часто общается тесно с Радикой, that's like adding some Manjista to the Kusumba. То как общение заразительно, то есть да, как вот это начинает перенимать от Радики характер, как Манджиста, вот эта краска добавляется к ее кусумбе. And by that association, the Kusumba rag becomes fixed and won't fade anymore. И благодаря общению с Манджистой Кусумба становится такой сильнее и уже не выцветает. So why is rag named after all these dyes? Почему рага названа в честь вот этих красителей? The reason is this. Cloth is one color. Let's say cloth is white. Причина следующая. Ткань обычно какую красят? Белую. Then when you put it in a dye, then it becomes another color. То есть вначале что-то это белое, вы кладете в краску и цвет меняется. So in the same way, when a gopi's love comes up to the stage of rag. И аналогичным образом, когда любовь гопи достигает уровня раги, their heart is one color. Сердце изначально было одного цвета. Sadness. Грусть. Цвета грусти. If I will meet with Krishna and the people of the village and my Gurujan and my mother-in-law will find out, I'll be in big trouble. То есть вначале гопи в ужасе, она думает, если я встречусь с Кришной и кто-то об этом узнает, мои односельчане, кто-то там родственники, то все, это будет кошмаром. This is the color of their heart. Вот этот цвет сердца. Then when rag comes, it comes like a dye. And it dyes the heart a different color. Но рага, когда она проникает в сердце, она как краситель начинает окрашивать сердце в другой цвет. Дукена адика читте, сукена твива раджате. The color of duk, misery, becomes dyed the color of joy. Изначально краска этой грусти начинает окрашиваться в краску радости. So now the heart changes color. Сердце меняет цвет. Oh, if my mother-in-law and the villagers find out that I met with Krishna, they'll be so angry and it will be a big problem. Гопи уже думает, если... I don't care. Гопи уже думает, если свекровь и все односельчане проведают о том, что я общаюсь с Кришной тесно, это будет проблематично для меня. Но ей уже все равно. I don't care. Huh? You understand what it means, rag? То есть one, the heart was one color, becomes dyed another color. То есть полностью изменяется. То есть изначально там реальный страх, переживание о том, что это будет кошмаром, а потом
приходит рада, и ей реально все равно, что подумают and все остальные. Duk becomes suk. Дука превращается в сукху. Just like in the month of Bhadra, there's a moon on the fourth moon in the month of Bhadra, Bhadra Chaturthi. Chaturthi is considered very inauspicious. В месяц Бадры, это четвертый лунный день, четвертая фаза луны, четвертый считается очень плохим днем. Because if you go out and stand in the rays of the Bhadra Chaturthi, то есть вот это такая плохая луна, если вы выйдете и станете под этот лунный свет в эту then ночь, the result is you get a very bad reputation. То репутация у вас будет подмочена после этого. So there was one gopi, she wanted to meet with Krishna so much. Одна гопи очень хотела встречи с Кришной. But it was impossible, she had no chance. Но у нее не было шансов, никогда не появлялась возможность. But she was thinking, if I meet with Krishna, I'll have a very bad reputation. Она думала, если я встречусь с Кришной, у меня после этого будет очень плохая репутация. So in order to meet with Krishna, I should do something that will bring about a bad reputation. Then I'll be able to meet with him. Поэтому у меня не получается с ним встретиться, что если я найду способ испортить себе репутацию каким-то образом, это надо как магнитом сблизит меня как раз с возможностью свидания с ним. So when everyone was hiding in their house from the Bhadra Chaturthi, she made arti paraphernalia and she went out and she was doing puja to the Bhadra Chaturthi moon. Oh moon, please give me a bad reputation. As long as I can meet with Krishna, it's fine. Месяц Бадры в четверти, вот эту четвертую лунную фазу, пока все прятались по домам, она приготовила там эту талию для парафиналии, для пуджи, побежала в лес и стала поклоняться луне. Да, пожалуйста, создай мне плохую репутацию поскорее, дай мне возможность встречи с Кришной. So this is called raga. Вот это рага. So, but because Shyamala, though her raga is kusumba, it can fade by associating with Radhika, whose raga is like Manjista, her raga also becomes fixed, so that she can go up into the stage of Adiruddha. То есть, несмотря на то, что у Шьямалы от природы вот этот кусумба рага, то есть слабее рага, но из-за благодаря тесному дружескому общению с Радикой, она как подпитывается этой Манджиста рагой любовью Радики, и ее собственная рага крепнет, и поэтому ей тоже доступны вот эти состояния периодически. So there's a slight appearance of moha. То есть периодически Шьямала даже может испытывать состояние моха на немножко. On the full moon night, in the Sharad season, в полнолуние осенью в Шарад, see Krishna played his flute at Vamsivat. Кришна заиграл на флейте у Вамсивата. All Braj gopis became mad. Все гопи обезумели, услышав мелодию флейты Кришны. Whatever they were doing, whether they were feeding milk to a baby or putting the chapatis on the fire, they just dropped everything and left. Чем бы гопи в этот момент не занимались? The baby was crying, the chapati burst into. Если кто-то кормил чего-то ребенка, одна гопи кормила чего-то ребеночка молоком, другая там жарила чапати, они побросали все, и ребенка, и молоко, и чапати, там ребенок ныкал, молоко лилось, это чапати взорвалась там на огне. Putting kajal on one eye, they heard the sound of Krishna's flute or just dropped the kajal? Гопи, которая там подрисовывала глаза в этот with момент, only cosmetic on one eye. Успела дорисовать один глаз, поставила стрелочку, уже ей было не до второго глаза, она побежала в лес. And they met with Sri Krishna. And of course Krishna joked with them for some time, but then they began to dance. И все гопи, они прибежали в лес, и там произошла такая шутливая беседа, сначала Кришна дразнил их, но позже начались танцы. Then you know that at some point Sri Krishna disappeared with Radhika. Ну, как вы знаете, в какой-то момент Кришна исчез, скрылся оттуда, уединившись с Радикой, оставив всех гопи позади. Before all the gopis were in different yutas, different groups. Ранее все гопи всегда у них была четкая принадлежность определенной группировки. Свапакш, Radhika's group. Группа Радики, Свапакша. Suritpaksha's friendly group, like Shyamala's group. Группа это дружелюбная, как Шьямала, Suritpaksha. Tatastha, neutral group, like Bhadra. Нейтральные группы, такие как группа Бхадры. And Vipaksha, the rival party of Chandravali. И Vipaksha, то есть враждебная группировка Чандравали. But when Krishna disappeared, но когда Кришна исчез с Расалины, all the groups came together. One big group. Там исчезли границы между группами, это стала одна большая группа гопи. Just like so you can see, sometimes there's a well and there's a pond,
And there's a river, they're all separate. But when there's a flood, then they all become one. То есть вот эта индивидуальность, вы иногда можете увидеть индивидуальность колодца, водоема, резервуара, реки. Они индивидуальны до поры до времени, но если происходит потоп, то столько воды уже теряется в грани восприятия, все это уже вода одна сплошная. So at the time of separation, во время разлуки, then there's not the yuta of Swapaksh and Suritpaksh, Tatastapaksh and Vipaksh, only one yuta, Virahini yuta. То есть когда everyone is in separation. Oh, Krishna, where are you? Когда наступает разлука с Кришной, там уже нет группировок, там остается одна команда, команда разлуки. То есть все гопи уже в одной команде, рыдающих по Кришне. Even very fierce rivals, like Lalita and Padma. Даже жесткие конкурентки, такие как Лалита и Падма, at that time they become friends and they embrace each other. В такие моменты они мирятся, они сближаются, они могут даже обниматься. When Krishna's not there. Если Кришны нет, если вот так. If Krishna will come back, then at once there'll be a conflict between them. Природная вражда. When Krishna's not there, they're all in Virahini Yuta, the group of separation. То есть до тех пор, пока Кришны там нет, они лучшие подруги. Но как только он вернется, их природная эта враждебность друг к другу тут же проявится, вспыхнет как огонь. So, Brad Gopis are wandering from forest to forest in search of Krishna. В поиске Кришны гопи идут из леса в лес, из рощи в рощу. And as they're searching for him, they're becoming more and more absorbed, avesh, in remembering him. Они полностью поглощены вот этой мыслью найти Кришну. Они думают только о нем. Их авеш, погруженность становится все интенсивнее и интенсивнее. So Shukadev Goswami said, Gati smita prakshana bhashana dishu priya priyasya pratirudha murtayah asavaham itvitya balasta datmika navi dishu krishna vihara vibramaha. As they were wondering, they were thinking of Krishna's gati. Gati means the way he walks. И Шукадева Госвами Бхагаватам описывает о том, как гопи, пока они ищут Кришну, как они стали думать о походке, о гати Кришны. But here gati doesn't mean only how he walks, but how every part of Krishna moves. Не только о его походке, а вообще как он движется, как каждая часть его тела движется, когда он идет. They remember how his legs move, how his hands move, how his face moves, how his eyes move. How his eyebrows move? То есть они интенсивно думали о нем, как, когда он идет, как двигаются его стопы, как двигаются руки, ладони, как его брови двигаются, уста, щеки. They remember how Krishna's earrings move. Они даже вспоминали о том, как двигаются серьги Кришны. They remember how his curling hair moves. Как его вьющиеся волосы двигаются. Gati smita. Gati smita. They remember Krishna's smile. Думали о его улыбке. Мадурам, мадурам, вапурасья вибур. Мадурам, мадурам, ваданам, мадурам. Мриду ганди, мриду смитам, эйта дахо. Мадурам, мадурам, мадурам. Мадурам, 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 мадурам. Бхагавад Гита, he's saying. Бхагавад Гита говорит. See, Krishna's body is мадурам, мадурам. Sweet, sweet. Тело Кришны сладко-сладкое, мадурам-мадурам. But his body is like a kingdom. Но вот все тело его подобно царству. Mm-hmm. Which is ruled over by an emperor. Которым правит император. So his face is мадурам-мадурам-мадурам-мадурам. Sweet, sweet, sweet. Лицо Кришны сладкое-сладкое-сладкое. That is like the throne of the emperor ruling over the kingdom of his. Лицо подобно трону императора, который правит этим царством. But the emperor of sweetness, но император сладости, which is very fragrant with the sweetness of Madhupan Lila, because he was drinking honey wine. Но император сладости, он пропитан этим нектаром медовухи. That is Krishna's smile. То есть улыбка Кришны — это император сладости. Krishna's smile is not sweet, sweet, благоухает ароматом медовухи. But his smile is sweet, 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 sweet. И улыбка Кришны сладкая, 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 сладкая. That means like honey
Honey wine, very intoxicating. Как медовуха на хмелит, то есть улыбка на хмелящая. So God is meeting the Prakashana. Oh, they're remembering how Krishna glances. И гопи вспоминали, как Кришна посматривает. And as the gopis are remembering each aspect of Krishna so intensely, they remember with anurag. Anurag means which makes Krishna newer and newer every moment. So it seems as if the way that he moves, the way that he smiles, and the way that he glances, they're seeing him for the first time. И гопи настолько интенсивно представляют себе в мыслях вот Кришну, его походку, его движение, и их любовь находится на уровне анураги. Анураги присуще вот это свойство освежать, то есть придавать свежесть и новизну объекту любви. Поэтому все, что они думают о Кришне, как будто бы в первый раз они его видят. How do they remember see Krishna's glance? Как они представляют себе взгляды Кришны? See Krishna plays on his flute. Кришна играет на флейте. Moves his eyebrows. Двигает бровями. And then by his eyes indicates. А потом глазами что-то им сигналит. That means by his eyes, go into that conjure. Как краем глаза показывает, иди в ту конжу. Then that gopi is so happy. И гопи, увидев, поймав этот сигнал Кришны, она так радуется. So now in separation, she's remembering that glance. Вот эта гопи, она увидела этот сигнал, и сейчас, она, находясь в разлуке с ним, она вспомнила of course, это мгновение, этот взгляд. See, Krishna is ananta, is unlimited, is achintya, inconceivable. Кришна непостижим, он безграничен. So, when he goes like this, with his eyes indicate this gopi go in that kunj. At the same time, another gopi sees his eyes go that way, go in that kunj, another gopi sees his eyes go that way, go in that kunj. He gives order to all of them. At the same time, different kunjas, but they all see his eyes moving in a different way. Непостижим и индивидуален для каждого преданного, поэтому эта гопи увидела этот взгляд брошенный влево и поняла, что кунжа там надо дойти. Но в это же мгновение другая гопи увидела, что этот взгляд был брошен вправо и что кунжа, к которой ей надо идти, там. Каждая гопи увидела что-то свое в этом взгляде Кришны. They remember Gati, Smita, Prakshana, Bhashana Adishu. They remember the way that Krishna speaks with very choice words, with a very soft voice, full of beautiful images and emotion. И сейчас каждая вспоминает вот именно то, что она испытала, увидев этот взгляд, и как Кришна выглядела. Они вспоминают его сладкие красноречие, его чувство юмора, как четко он подбирает каждое слово, как он галантен в речах, как сладко он с ними разговаривал. Just like once Radhika was walking with Lalita. Точно как однажды, когда Радика шла с Лалитой. And Krishna was approaching. И Кришна вдруг приблизился к ней. Radhika is trying to resist. И Радика увидела the charm of Krishna. Кришны, и тут же стала млеть, но она пытается взять в себя руки и сопротивляться его очарованию. Krishna speaks like very sweet poetry. Но Кришна так красиво заговорил с ней, так поэтично. О, Радха, так романтично. The moon becomes embarrassed seeing your face. О, Радха, луне стало стыдно, когда она увидела твое прекрасное лицо. This is why Lord Shiva has moon in his hair. И посему Шива носит луну в своих волосах. Because the moon went thought, oh, if I stay on the bank of the Ganges, because Ganges is there. Луна думала, лучше мне поселиться на берег Ганги, Ганга стекает с головы Шивы. In the forest of Lord Shiva's Jata, his locks. В этом лесу Джаты, то есть дредов Господа Шивы. And if I do austerities, я отправлюсь туда, на берег Ганги, в этот лес, and become very thin, because the moon in Lord Shiva's hair is very thin. И буду там совершать аскезы, луна стала худеть, стала месяцем, ну как у Шивы на голове месяц. Then by such austerities, then one day I may become beautiful like the face of Radha. Кришна говорит, луна ушла в лес, совершать аскезы в надежде стать такой прекрасной, как ты в будущем. When Radhika heard these words, she caught the whole hand of Lalita. Oh, Lalita, save me! И Радика услышала это, стала просто таять, тут же схватила крепко за руку Лалиту. Лалита, дай мне силы. Gati smita prakshana bhashana adishu. In this way, Pranjgopis are absorbed
remembering each aspect of Krishna's beauty and qualities. И как охмелевшие браджаготы вот так детально, скрупулезно в сердце, в уме они рассматривают облик Кришны. They're so absorbed. They think, oh, he's talking to me just now. И они настолько погружены, их авеш настолько сильный в мысли о Кришне, что им кажется, что он уже прямо непосредственно с ними разговаривает. And in this way, they became stunned. И от этого они замирают на месте. But then the next moment, но через мгновение, they became angry with their own mind. Они начинают гневаться на собственный ум гопи. Why? Почему? Because in Rudabhav, that is Swasamvedya Dasha. Потому что в состоянии Рудха Бхавы, в этом состоянии Свасамведя Даша. That means becoming objective towards your own mind. То есть когда вы становитесь объективны по отношению к собственному уму. Like Шакшитва. Это подобно состоянию Шакшитвы. By Gyan, Bhagyani can attain Shakshitva and become, see, I am a soul and watch what my mind is doing. То есть состояние свидетеля, наблюдающего. Because he has vivek, discrimination between the soul and the mind. То есть гьяни, с помощью гьяны, он может отстраниться от ума и как наблюдатель, понимать, что он душа и что ум это нечто инородное, и просто как издалека абстрагироваться от своего ума. So, Swasambhedya Dasha means that one's love, the love in one's consciousness, now becomes the object of your own consciousness. So it's like Shakshitva, but coming from brain. А в состоянии Свасамедья Даши Шакшитва проявляется в состоянии наблюдающего, но уже с ракурса премы, то есть любовь уже становится объектом созерцания и наблюдения. So, gopis on this level, then the word Rudra means to ascend. Or to climb up, or to board, like if you're going onto a boat, which is high, like you board a ship or something like that. It's like Rudra. Rudra означает забраться. So Rudra Bhav means consciousness goes on another level. То есть сознание забирается на более высокий уровень. And from that level, then you see the level that you just came from. Как новое плато, и потом уже с этого уровня видите то, где вы были ранее. So because of Rudra Bhav, then gopis saw their own mind was absorbed in thinking of Krishna's eyebrows and his smile and everything. And gopis said to him, "Hey, what are you doing?" И поэтому гопи как перенеслись это сознание выше и уже видели, что уровнем ниже ум наблюдает там разносерцает Кришну рассматривает. The gopis quarrel with their own mind. This is why. И гопи начинает ругаться собственным умом, как это уже было, то есть журить его. So gopis said to him, "What are you doing? You're standing here thinking about Krishna's qualities." И начинает ругать свою. But you're not trying to find him. Что ты тормозишь процесс? Что ты стоишь тут, мечтаешь, фантазируешь о Кришне, рассматриваешь его, когда надо идти искать его? Oh my, Krishna is my prananath. I cannot live without him. Go and find him at once. Get out of here. Try to find him. Прекрати ты лодырничать. Иди ищи моего прананата Кришна. Жить без него не могу. Ты тут сидишь, созерцаешь его. So then the mind said, all right. Ум сказал, ну ладно. And went away. И покинул гопи. Now they have no mind. Теперь они без ума остались. This stage is called Unmad. Вот это уже transcendental madness. Состояние трансцендентного безумия. Просто это Unmad. So when that state of Unmad comes, it has three degrees of Unmad. Есть три степени состояния безумия Unmada. If there's slight Unmad, если это легкое такое, then gopis will talk to the flowers and trees. Если это легкое помешательство, они начнут разговаривать с деревьями и цветами. Have you seen Krishna? Ты Кришну видел? Did Krishna come this way? Кришна мимо проходил? Please tell me. Ну скажи, пожалуйста. Oh, trees, you're so tall. Can you see from anywhere? О, деревья, вы же такие высокие, вы издалека все видите. Вы Кришну видели? So this is a slight unmad. When they talk their mind. Get out of here, try to find him. Вот это состояние, когда они ум послали искать Кришну, ум покинул их, вот это легкое помешательство Унмада началось. And if Unmad becomes more intense, если это более затяжное состояние, уже средней степени помешательства, then they start to imitate Krishna's pastimes. То гопи уже сами начинают имитировать лилы Кришны. They think, oh, I am Krishna. Гопи говорит, Кришна хам, я Кришна. But they still have some awareness of themselves and they're imitating pastime. They have some, they have kinchit atma anusandhan. They have some idea of themselves, but they just
imitating Krishna's pastimes. Кинчит атма анусанда, то есть out of love, a sense of love. У них они еще знают, что они гопи, но они уже все равно имитируют. Они настолько влюблены в него, им хочется имитировать его. And if unmad becomes very, very high, но если это помешательство становится уже очень интенсивным, then there is a complete атма-висмрити. They forget themselves completely. То атма-висмрити наступает, то есть тогда они полностью забывают о своем я. То кто они? And then they completely imitate Krishna's pastimes. И тогда они уже в пол, действительно по-серьезному имитируют лилы Кришны. So they become tadatmik with one with Krishna. Становятся тадатмик одним целым с Кришной. Like Jayadeva Goswami has said. Как это описывает Джайдева Госвами? Pasyati dishi dishi lahasi bhavantam taradaram madura maduni pipantam taradaram madura maduni pipantam. One Sakhi came to Krishna and said, O Krishna, in separation from you, Radhika sees you everywhere, inside and outside. Одна Сакхи подошла к Кришне и стала описывать ему состояние Радхики в разлуке с ним. Она говорит, что когда тебя нет рядом, Радхика тебя начинает видеть повсюду, внутри, извне. She was about to get decorated. Радхика хотела нарядиться. But what did she do? She put a peacock feather in her hair. Но вдруг она воткнулась в ее волосы павлинье перо. And put ornaments on, just like your ornaments. И стала одевать украшения таким образом, как ты их носишь. Why? Because she forgot who am I. She thought I am Krishna. Почему? Потому что это заблуждение накрыло ее, то что она стала верить, что она Кришна. Then she sits staring at the female ornaments that were there. И она наряжается. And she's wondering what happened. А потом сидит и таращится на все женские украшения, которые разложены вокруг нее, не понимая, зачем они там. So in this way, when the gopis were searching for Krishna, first they became absorbed in thinking of him, then they chastised their mind and sent it away, and then they became absorbed in identifying with him. И гопи таким образом, вначале они отогнали собственный ум на поиск Кришны, а потом стали его расспрашивать растения, деревья, потом стали имитировать его, потом уже уверовали, что они есть Кришна, продолжали имитировать его лилы. Прия, пригасья, пратируда муртайха. Шукадев Госвами is saying. Пратируда муртайха. This means that first the gopi is thinking of Krishna and she feels that Krishna has come and entered into her heart. Вначале гопи думает, то есть Шукадев Госвами пишет, что вначале гопи думает о Кришне и кажется, что Кришна вошел в ее сердце. And when she sees Krishna in her heart, then she starts to glow. И когда она видит этот даршан Кришны в сердце, она начинает светиться. And then you see Krishna seeing that gopi glowing, then he becomes amazed. И Кришна, видя, как эта гопи начинает светиться, он поражен. And then Krishna starts to glow. И он начинает светиться. And becomes absorbed in remembering that gopi. И погружается в памятование об этой гопи. Then when Krishna is absorbed in remembering her, then that gopi appears in the heart of Krishna. И когда Кришна начинает думать об этой гопи, он погружен в мысли о ней, то она появляется в его сердце. And now Krishna is glowing even more. Теперь он светится еще больше. And then that gopi is remembering Krishna in her heart and seeing that he is remembering her and glowing even more, then she starts to glow even more. И то есть идет вот эта прогрессия, гопи начинает светиться еще больше, понимаешь, что Кришна думает о ней. И Кришна, видя, как она светится еще радостнее, он начинает светиться еще больше. So Krishna is Rudra. То есть Кришна становится Rudra. He climbs aboard the heart of the gopi. Он взбирается туда на сердце гопи. Then the gopi is Adirudra, climbs aboard the heart of Krishna. А Адирудха гопи уже взбирается тогда на сердце Кришны. And then that gopi, Krishna climbs in her heart. Кришна забирается like this, в сердце, again, и вот так идет по нарастающей. Just like если вы поставите свечу между двумя зеркалами, then what you see? Unlimited candles going in all directions. То во всех направлениях вы увидите свечи.
So in this way, priya priyasya pratiluda murtaya, as the gopi is thinking of Krishna, thinking of the gopi, thinking of Krishna, thinking of the gopi, she becomes completely absorbed and she thinks, Asavaham, that means I am he. Это бесконечное нарастание радости идет в гопи, вот наслаивание вот этих мыслей о Кришне и понимание, что он думает о ней, и гопи начинает считать себя Кришной. Варамрита срупа стри, свасарупа манонает. And it's the nature of Mahabhav that whatever bhav is in the heart overflows into the prana, and the prana into the senses, until all the ecstatic moodies manifest completely in the body. Как сатвика бхава передаются, то есть состояние махабхавы идет, переходит на прану, прана проносит до чувств, и это уже на уровне тела проявляется, все эти экстатические состояния. When that gopi becomes so absorbed inside, thinking I am Krishna, that bhava overflows into her body, and now she begins to walk like Krishna, talk like Krishna. И вот эта бхава гопи, то, что ее уверенность, то, что она Кришна, переходит по пране к чувствам, и она начинает действительно уже походкой имитировать Кришну, идти, разговаривать, как он. She begins to act like she's playing the flute and looking here and there, giving directions with the eyes. Подносит руки к кустам, как будто бы она сейчас заиграет на флейте, поглядывает игриво по сторонам, кокетливо. She begins to speak like Krishna. Начинает... Oh, your face is so beautiful, the moon is immersed. Имитировать слова Кришны, говорит, твое лицо настолько прекрасно, оно затмевает красотой луну. So Jiva Goswami Pad says, Chitram Krishna Veshitam Apayaya Gaurangisa Krishna Vana Patita. That in this way they became so absorbed in Krishna and imitating the pastimes of Krishna. Those gopis who were Gaurangi became Krishnangi. Джива Госвами объясняет, что вот эти гауранги, золотые гопи, они стали Кришнанги, то есть света Кришна. They were Gauranga. But now being absorbed, they have become, they're not Gaurangi, now they're Shamangi, Krishnangi. Сменили цвет тела гопи, погрузившись в такое веша Кришны, что утратили свой золотой цвет и стали цвета Шьям, so Кришна. See, Krishna said, Yaya tamam prabhadyante tanstataiva bhajame, I reciprocate with my devotees. То есть Кришна говорит, я отвечаю взаимностью своим преданным. Radha chintani veshena yasya kanti vilopita sri krishnam tamaham vande radha lingita vigraham. When Krishna is remembering the beauty of Radha, and then Radhika is Krishna enters the heart of Radhika, and Radhika enters the heart of Krishna, and Krishna enters into the heart of Radhika, and sri krishnam tamaham vande radha lingita vigraham. Krishna Shyam Sundar becomes Gauranga. И так как Кришна всегда старается отвечать взаимностью, то когда Кришна начинает думать о Радике, медитировать на ее красоту, он погружается в это состояние веша, и Радика проявляется в его сердце, светится, он проявляется в ее сердце, и так они начинают, идет по нарастающей до тех пор, пока Кришна не сменяет цвет тела и не становится Гаурангой. That is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это Шри Чайтанья Махапрабху. Don't think that Radha Krishna is one person and Mahaprabhu is another person. Не думайте, что Радха Кришна вот это эти личности, а Гауранга Махапрабху это какая-то третья личность. Gopis have become shamkala, being absorbed in love for Krishna, and Krishna wants to reciprocate them with them. То есть гопи стали цвета шьям. Вот эта сила их любви Кришны, их погруженности в мысли о нем, что они преображаются в него, а Кришна отвечает им взаимностью. Especially Krishna in separation from Shrimati Radhika, he becomes Gauranga. В частности и особенно в чувствах разлуки с Шримати Радикой Кришна становится Гаурангой. And he appears in this world, why to try to reciprocate? Yaya tamam prapadyante tangstataya. I could not reciprocate in Krishna Lila, but in this Gauranga Swarup, I will try to reciprocate the love of Radhika. И в этом облике он пытается сделать то, что он не мог сделать в Кришна Лилах, пытается в полноте ответить на любовь Шримати Радхики. Krishna thought, I am only one person, but gopis are so many. Что Кришна думал, я один, а гопи так много. How can I repay them? Как я смогу всем отплатить, как услужить всем? But if I will collect so many
Jivas. Кришна думал, мне нужны помощники, если я завербую много I cannot repay Radharani. But if I will give to Jivas the opportunity to become her maid servants, Radhadasis, then all together we will serve her and I'll try to repay. So Krishna said, Samvrishya Tadva Pratiyatu Saduna. Oh Radhika, I cannot repay you, but when Saduna, when I become a Sadhu, I'll try to repay you. И Кришна думал, одного меня не хватает, чтобы услужить Радике должным образом, то, как она этого достойна, но если я завербую множество джив и приведу их всех, как ее, они станут ее служанками вместе со мной, мы будем служить Радике, таким образом, может быть, я смогу хоть как-то отплатить ей. Поэтому говорит, что садунам, что в облике садху, я как раз и постараюсь это сделать. So ответить взаимностью. This is the meaning of Yeya Sadhu Sanyasi Mahaprabhu. Tanastataeva Bhajame Ham. Krishna promised, I reciprocate. То есть Кришна пообещал отвечать взаимностью. Now that very Krishna has appeared as Gauranga Mahaprabhu. И теперь тот самый Кришна пришел в облике Гауранги Махапрабху. And through distributing the holy names, He is giving a chance for all the living entities to assist him in trying to reciprocate with Radhika. И посредством он раздавая святые имена всем живым существам, он вербует их, дает им возможность присоединиться к нему в таком сладком служении Шримати Радхарани. So this topic we have completed for today, and tomorrow we want to speak about the glories of the holy name. И на сегодня мы завершаем. Обсуждение, завтра мы услышим о славе святых имен. Сатинандан Шри Гауранга Махапрабху ки, Шри Гауранга Махапрабху ки, Джай Гауранга.